Юные казаки из районного военно-патриотического клуба «Восход» встретились с настоятелем храма Спиридона Тримифунского в станице Северской. Ребята прекрасно знают отца Максима. На этот раз решили просто пообщаться в неформальной обстановке за чашкой чая. Хотя тема беседы приобрела совсем не светский характер. Что такое патриотизм, ребята знают не понаслышке. Но не всем понятны события, происходящие в эти дни. Для молодых россиян важно понимать, кто они, с чем сейчас борется страна и ради чего. Чтобы они сами сказали о тех проблемах, которые вас волнуют в связи с теми событиями, которые сейчас на ваших глазах в стране, в которой вы живете, происходят. Во время непринужденного общения повторили историю Руси. Вернулись ко времени ее крещения и объединения. Поговорили о событиях сегодняшнего дня. Возможно, этот разговор кому-нибудь из ребят помог разрешить многие вопросы.